эти ребятишки, девчонки и мальчишки, вот и близится Новый год, праздник, который мы все ждем с нетерпением. Это время встреч со старинными друзьями, это время отдыха у семейного очага, это время, когда стоит оглянуться назад, но и посмотреть в будущее. А в будущем нас ждет год 2016. Год задорной обезьянки. Да какие же сюрпризы она нам приготовила. Одни гадают и надеются, а другие знают наверняка. Так давайте же послушаем обращение самых видных людей, руководителей крупнейших и ведущих компаний отрасли информационной безопасности. И этот специальный новогодний репортаж для вас приготовил Дед Мороз и команда Снеговиков с Виз ТВ. И первым к отрасли обращаются, эти нас не смотрят, эти подарки не прислали. Первым к отрасли обращается генеральный директор компании «Инфотекс» Андрей Чепчаев. Система отрасли информационной безопасности, мне кажется, ожидают большие интересные перемены. Это связано с тем, что, во-первых, появляются новые технологии, новые вызовы. Например, интернет вещей появляется. И дело идет к тому, что людей будет окружать все больше и больше каких-то интернет-помощников. И они могут быть полезны, могут быть бесполезны, могут наносить вред. Вот все такие новые события, они открывают перед отраслью информационной безопасности новые приложения. Позитивный фон от желания всех производителей информационной безопасности, средств информационной безопасности освоить эти рынки, эти ниши, он, мне кажется, победит вот те трудности, которые наблюдаются на монетарном рынке. И мне кажется, что определенные трудности даже полезны для бизнеса, потому что бизнес перестает ощущать себя в такой теплой, обволакивающей среде, начинает проявлять инициативу, энергию, и это всегда приносит результат. В 2016 году наша компания ожидает очень важное событие, нам будет 25 лет. Поэтому мы постараемся организовать какие-то плановые прорывы к нашему юбилею и оповестить об этом всю нашу общественность. В заключение я хотел бы поздравить всех наших коллег, работающих в информационной безопасности. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы являемся, конечно же, друг другу конкурентными производителями средств защиты информации, но вместе с тем наша среда, она достаточно творческая, в ней трудится очень много настоящих таких креативных, движимых идей и научными устремлениями руководителей. Я желаю всем руководителям бизнеса в нашей сфере, в нашей стране достичь в следующем году хороших результатов, достигнуть новых горизонтов и большого личного счастья. Эх, секретное послание от компании группы «Б» никак не хочет проявляться. Ну что ж, тогда в следующий раз. А сейчас об итогах года 2015 и о надеждах на год 2016 вам расскажет президент группы компании «Инфобоч» Наталья Касперская. Друзья, я хочу поздравить вас с наступающим 2016 годом и немножко посмотреть назад в уходящий год. Этот год не был простым для нашей индустрии, да и для страны в целом. С другой стороны, я думаю, что кризисное время – это не только время потерь, но и время возможностей. Время, когда компании могут переосмыслить какие-то свои стратегии, предпринять шаги в сторону, наверное, оптимизации бизнеса, а также завоевание новых ниш, о которых, может быть, не думалось в некризисное время. Моментом, который хочу отметить в уходящем году, стал явный тренд на импортозамещение. Мы
мы довольно много времени, мы это инфоводчи, я лично, потратили на то, чтобы убедить власть придержащие в то, что это необходимо для страны. И вот в этом году произошел прорыв. У государственных мужей появилась уверенность в том, что необходимо строить отечественные технологии, необходимо поддерживать отечественные компании. Для InfoWatch этот год был, с одной стороны, тяжелый, с другой стороны, уже сейчас можно сказать, что он был успешным. Мы выпустили новую версию на рынок, которую так долго ждали. А на следующий год у нас тоже запланировано два крупных релиза нашего ключевого продукта Traffic Monitor, который будет еще более продвинутым и глубоким. В этом году мы выпустили, открыли, по сути, новое направление, направление защиты с целевыми атаками. Уже сейчас есть положительные отзывы от заказчиков, есть первые пилоты, и меня это очень радует. Ну, что хочется пожелать. Коллеги, друзья, еще раз с наступающим вас Новым годом. Пусть сбудутся все ваши мечты. С Новым годом! Так, эти лайки нам не ставят, этих я не знаю. А это что? Microsoft! А, пусть Санте своему пишет! А теперь вы узнаете, каким видит год 2016-й генеральный директор компании Digital Security Илья Медведовский. Уважаемые друзья, наступает 2016 год. Год, на мой взгляд, будет абсолютно позитивный. Те компании, которые имеют четкое позиционирование и понимают, что они хотят предложить клиентам, неважно, это услуги или продукты, если они качественные и нацелены на клиентов, то у этих компаний будет все хорошо. Компании, которые себя чувствуют плохо на рынке, ну, у них будут традиционные сложности. На мой взгляд, как это не парадоксально, но нам, особенно в банковской сфере, нам очень здорово помогают злоумышленники. В следующем году мы ждем, что наши услуги будут еще более востребованы, чем в этом году. Банки постоянно сталкиваются с текущими угрозами. Угрозы очень серьезные, угрозы в области информационной безопасности. Злоумышленники не дремлят, поэтому мы работаем очень активно. Я, в общем, здесь вижу очень серьезную перспективу в данном случае. Дорогие друзья, хотел, безусловно, от себя и от нашей компании поздравить вас с наступающим 2016 годом. Я абсолютно уверен, что у вас у всех будет все очень хорошо. Вы все занимаете свои места, вы понимаете, что вы на этих местах нужны. И все, кто это понимает, все, кто чувствует, что он действительно необходим для бизнеса, тот, кто действительно думает о безопасности бизнеса, он будет востребован. И у него в следующем году все будет просто замечательно. Поэтому за вас, еще раз за вас, и надеюсь, что увидимся со всеми вами на межбанковской конференции в Магнитогорске. С Новым годом! Так, это кто у нас тут изощрился на деревню дедушки Мороз? Четыре слова и три грамматических ошибки. Так, серч. Ничего не понятно. Спам-фильтр заблокировал. А вот теперь вы послушайте обращение генерального директора компании Solar Security Игоря Липунова. Приближающийся 2016 год все-таки для нас является очень интересным. Наша отрасль и вообще информационные технологии, информационная безопасность сейчас стоят, ну, по большому счету, на пороге достаточно серьезных качественных изменений. Сейчас бизнес чувствует, что информационная безопасность, защита от киберугроз, защита от внутренних угроз очень актуальна и очень востребована. И даже бизнес готов на это выделять свое время, свои силы, ресурсы. И все это поможет нам в 2016 году, который, как некоторые говорят, будет непростым, так, на мой взгляд, он будет, наоборот, очень успешным, поможет нам вот эту вот всю нашу историю, всю нашу информационную безопасность поднять на некоторый новый уровень, на уровень бизнес-развития. И информационная безопасность станет, ну, на мой взгляд, неотъемлемой частью планов по развитию, по формированию бизнес-развития в компании. 2016 год у нас будет очень интересным. У нас очень большие планы на этот год. Во-первых, мы запускаем уже сейчас в разработке, мы выпустим один очень интересный продукт, направленный на наиболее востребованные заказчикам задачи. Первый момент. Второй момент. Мы сделаем пока, может быть, пробный, но тем не менее уверенный шаг в сторону развития нашего международного бизнеса.
И для нас, для Solar, 2016 год будет, на мой взгляд, очень успешным. В этот предновогодний день хочу поздравить вас, свою компанию, поздравить всех нас, профессионалов отрасли информационной безопасности, с наступающим Новым годом. Год будет очень интересный, год будет полон новых открытий, новых идей. И я желаю в этот, может быть, непростой год, чтобы все мы реализовали свои идеи. Идеи в профессиональном смысле, идеи в личной жизни, в какие-то планы, которые находятся за пределами, может быть, наших офисов. Я желаю, чтобы в этом году всем улыбнулась удача. На этом все для этого предновогоднего выпуска. А другие обращения, не менее интересные и авторитетные, вы увидите в следующем выпуске нашей программы. А программу «Новогодняя почта» для вас вел Дед Мороз и команда «Снежинок» с Мисс ТВ. Хо-хо-хо. Обменивайтесь в комментариях пожеланиями друг другу. Ставьте лайки, если намерены отлично встретить Новый год. Пишите, чего ждете от Деда Мороза в следующем году. И до новой встречи! Кстати, а для самых внимательных и празднично настроенных у нас есть несложный конкурс. Просто оставьте в комментариях к этому видео поздравления с Новым годом. И то поздравление, которое наберет больше всех пальцев вверх, получит специальный новогодний подарок от меня, Деда Мороза.